Всем привет! Необычное начало, да? Сейчас у нас 7:28 утра. Легла я в 4 утра, пока собирались и все прочее. Я хочу заснять для вас один день из моей жизни. И вот я проснулась, вот так вот еле-еле вообще продрала глаза. Так вот я выгляжу. Вся опухшая, не выспавшаяся. Сейчас буду умываться, принимать, в общем, утренние процедуры. И давайте же начнем. Да, я не сказала, по поводу чего весь этот, все это видео. Мы с моим мужем и с Оксаной, которую вы знаете, едем в деревню на выходные к сокурснице нашей и подруге по общежитию, с которой тесно бок о бок жили 5 лет вместе. Ну и так, давайте же начнем. Так, мы выезжаем. Папа несет сынульку. Сейчас мы отвезем его к бабушке. Мы забираем Оксану. Привет, привет! Привет! Уже тут это снимаем? Да, я снимаю один день из жизни. Это Оксана. Оксана, да. Уже вы ее знаете. Вот мы в таком составе поедем к нашей подружке. Мы заехали помыть нашу машину перед дорогой. Все, помыли нашу красавицу. И поехали. Так, сейчас мы вышли в том месте, где я снимала ролик про красу и про пацанчика, в доме, где жила моя бабушка. И давайте увидите ракурс со стороны пацана. Мы сейчас заехали, как раз все равно проезжаем мимо это место. И я заеду за косой, потому что едем в деревню, и, возможно, если будет время, то завтра, может быть, что-нибудь сниму для вас. Сейчас попьем чаю, отдохнем и дальше поедем. Вот она, наша коса-краса. Здесь вот как раз-таки крыльцо. И вот они самые куры. Ага. Вот они, легендарные курочки, которые засветились. И вот здесь вот был кошак. Но сейчас вот я не вижу. Это был соседский кошак, чисто случайно, который действительно тут смотрел на все происходящее здесь, на всю эту порнографию. Ну все, мы двигаемся дальше. Ту-ту! У нас тут колесо. Глаз открой. Ну-ка, ну-ка. Мы не торопимся, потому что колесо залатали, как бы опасно ехать сейчас нам быстро это. Поэтому едем медленно. Да, встретили. Мы едем по деревне. Наконец-то. Время уже 16:13. Дорога выдалась нелегкой в этот раз. И южели мы приехали. В общем, это настоящая сельская деревня. Выходные у нас будут, наверное, на славу. Вот, да, вот точно, вот этот поворот. О, вода! А, дальше что? Так, нет, возьмешь бутылку. Она не пустая.
меняется. У вас тут изменения, я смотрю, чуть-чуть, да? Куда-то да, что-то да, делал. Загона тут нету, да? О, а где свиньи, где коровы, где все? Нет никого. Как никого? Свиньи. Какие послушные собачки. Оксана во главе стола. Что тут, чем нас будут почивать? Пирожки деревенские, бутербродики. Ого, шашлык, салатики. Ням-нямка. Где рыбка домашняя соленая? Вот, грибочки домашние. Клево. Ням-ням. Макияж вообще легендарный. Брови ниточкой. Шик самый. Пацанчики вообще нереальные. У меня же теперь новое увлечение, девочки. Какое? Я крестиком вышиваю. Знаешь, как затянуло, какие красивые. А что вышиваешь? А что вышиваешь-то? Сейчас вышиваю цветы с птичкой. Чё? Чё сказал? Это как в пацанчике своем, ни хера себе, ёпта. Не, ну понравилось, реально. Одну картину вышила, у меня самая большая вот моя, ну я еще пока мало вышила. Одну вышила, лебеди на пруду. Красота вообще. Лебеди на пруду. Лебеди на пруду. Вот это что такое? Прикольно. Это потом, когда я все это вышью. Нет, это вот так вот. Вот делается. Так, наверное, чесать в ухе. И вот так вешается. Ага, понятно. Билиберда, короче. Вот это вот мулине называется, правильно же? У меня у бабульки был целый ворс такой. Мулине, у тебя что-то маловато. Ну, да я и так чувствую нормально. Шлейф, шлейф. Фу, я не... Да, закуски мне там. Лимончик кусок. Понял тебя, твою. Лимончик тебе не свинится. Привет. Сегодня у нас уже... Прошла бурная и активная ночь с девчонками. Сейчас у нас уже обед, получается, 12 часов. Мы, в общем, кушаем. И сейчас скоро будем уже разбредаться по своим домам. Вот. Кстати, посмотрите на Оксану. Я накрасила ее тенями. Белль, палетка 405, вот, которую я все-таки купила по советам Вики Ковковикет. Ну, закрой глазки. Толку на мясе сильно не будет здесь видно. Ну, в общем, в целом, что, как, понравилось, что ли? Да, хорошо. Девчонок накрасила им тени. Советы косметические. Ну, в целом, очень понравилось за 200 рублей. Говорят, хорошие. Цвета хорошие, хорошие, насыщенные, яркие. Подходят для вечернего макияжа. Да, для вечернего. Ну, для дневного можно если тоже растушевать. Да. В общем, такие вот у нас дела. Сейчас воскресенье, уже час дня, и мы будем выдвигаться уже домой. Очень замечательно провели это время, помылись в бане, наболтались, легли опять поздно-поздно ночью, но я думаю, времени будет у нас еще сполна, чтобы... и Оксана там. Время будет еще сполна, чтобы немножко привести себя в порядок. Но вообще нам климат очень... Да, вообще нам очень прям понравилось. Встретились мы опять прежним составом. Вообще до двух часов все здорово. Рассказали все друг другу секреты, все подробности. Вот. Ну, в общем, супер, здорово. Дом в прихожей повесил. Сейчас это не модно уже. Да? Да, и... сейчас уже, ну, так прикольнее. Давай, давай, давай. До свидания. Кстати, мы приезжаем сейчас в местный клуб. Я помню, когда раньше мы давно сюда приезжали, мы еще в нем... Тусовались, да. Ух ты. Кто говорил, что где еще такие магазины, как у нас солнышко в клипе? Райко. Да, тазики вон там, смотрю, всякие. Так,
у нас 16:07, и мы въехали в город. Наконец-то закончились наши приключения. Сейчас мы заедем за нашим мальцом и вернемся домой. Всем спасибо. Надеюсь, вам было интересно в нашем обществе. Всех целую, люблю. Всем большой привет и пока-пока.